Я, короче, пришла как-то в магазин к себе в стекляшку, и продавщице говорю: если вот увидишь, что я ночью к тебе прихожу продукты покупать, ты мне не продавай, я худею. Она такая: все, не вопрос, я тоже. Ну и что, я больше вот в магазин не ходила. Потому что зачем мне магазин, где я не могу еды купить даже? Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал измениться. Обычно мы хотим это начать с понедельника или в новогоднюю ночь. Загадывая желание в день рождения, задувая свечи, мы хотим стать другим, начать новую жизнь. Однако не всегда этим планам суждено сбыться. Реально помочь с изменениями могут специалисты по преображению. Телохранитель или тренер? Ну, тело храню и тренирую. Я худею. Не двигаться. Ну, как прошли сейчас тренировки, скажите? Тренировка прошла отлично, зажгли солнышко, так что у нас теперь погода обещает быть еще долго теплой, люди заряженными, с красивыми фигурами. Спасибо. Главная цель достигнута. Пока-пока. 17 сентября в совхозе имени Ленина состоялось открытие второго сезона фитнес-клуба «Люби фитнес». На улице возле клуба были организованы мастер-классы, на которых опытные инструктора презентовали свои программы похудения и преображения. Мы ведь все знаем, что многое зависит от настроя, что именно хорошие, мотивирующие тренеры и наставники фитнеса помогают настроиться на позитивную жизнь, правильное питание и режим дня. Все это предлагает ведущий фитнес-холдинг, в составе которого находится уникальный спортивный комплекс с 5 бассейнами «Люби фитнес». А сегодня у нас проходит мероприятие «Открытие сезона». То есть мы открываем новый сезон, новый фитнес-сезон. Мы проработали 2 года, наши гости уже достигли каких-то результатов. И поэтому сейчас они пробуют новые программы, которые будут представлены в новом сезоне 22-23. 3 часа у нас стартует детское направление, детские, вступление детских коллективов, презентация, здравствуйте, презентация детских программ. Все, что и такое красивое шоу для детей подготовили «Человек на шаре». То есть то, что такой подарок осенне-сентябрьский для детей, чтобы они тоже так же с новым спортивным духом начали заниматься в новом сезоне и приходили к нам чаще. Эти выходные лучшие инструкторы заряжали гостей позитивом, устраивая занятия прямо под открытым небом. Все пребывали в хорошем настроении. Спасибо. Спасибо. Как настроение? Так, 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 все получают подарочки. Обязательно. Все, кто участвовал сейчас в этом замечательном мастер-классе. Помогали поддерживать позитивный настрой приглашенные артисты. Я Владимир Кумарин, музыкант, саксофонист сегодня, участник шоу «Голос», 5-й сезон. Поздравляю «Люби фитнес» с новым сезоном, желаю успехов и спасибо за сотрудничество. В этом сезоне всех членов клуба, и не только, ждет новое отделение здоровья. Посещать его могут все. Об этом мы сделаем отдельный репортаж. Сейчас только скажем, что клиенты после процедур выходят очень умиротворенные. Это наш руководитель студии Центра здоровья и восстановления Грушин Олег.
дипломированный специалист. Очень многие тоже приходили к нему на программы, оценили качество его работы и знакомы с ним. Какие у вас есть здесь услуги, что вы предлагаете? Классический массаж, это базовое мероприятие шейно-воротниковой зоны, массаж спины. Из более клиентоориентированных это восстановительный массаж, когда мы работаем непосредственно с проблемами клиента. Плюс дополнительно мы можем подключить пресс-терапию, аппарат пресс-терапии тоже находится в другом кабинете для улучшения кровотока и лимфотока. Что у нас еще? Висцеральный при любых проблемах брюшной полости работаем. Нежно, аккуратно. Из антистресса появился новый вид массажа. Это холистический массаж. Гармонизирует вообще работу всего организма, центральной нервной системы, успокаивающий. И баночный массаж. Он может применяться как для лимфодренажа, так и моделирования тела. Можно посидеть. Вот тут, например, написать брошюрку, где описаны все услуги. Скраб для тела с гималайской солью розовый грейпфрут. Ну, то есть есть очень интересная программа. Можно полностью расслабиться. Все описано. Вот также у нас есть макияж, маникюр, педикюр, архитектура, окрашивание бровей. То есть услуги салона красоты, который внизу находится. Наращивание ресниц. То есть мы делаем наши гостей не только спортивными, но еще и красивыми. Впечатление как-то расскажете, как вы посетили, что вы чувствуете? Да. Я релакс, у меня был релакс, я чувствую релакс. Серьезно? Так что весь день на релаксе. Ну, судя по голосу, такое у вас расслабленное состояние. Да, надо подсобраться немножко, а может и не нужно. Ну, вообще приятное ощущение там получаешь? Там? Да, колоссальное. Надо уделять для себя длинное время. Что нужно делать сейчас, чтобы сохранять здоровье? Первое – это активность, любая физическая активность, правильное сбалансированное питание и сон. Меня зовут Татьяна, я работаю в этом массажном кабинете. Все прекрасные наши спортсмены уходят довольные, уходят восстановленные, всегда наполняются энергией и жизненными силами. Сколько вы занимаетесь уже этой профессией? Я работаю в массаже больше 30 лет. Поздравлений в этот день было много. Сладкий подарок своему подразделению сделали учредители, прислав огромный торт. Для желающих сбросить лишние килограммы мы сообщаем, что сладенькое придется из своего рациона исключить. По крайней мере, до достижения поставленной цели. А можно сладкое есть тем, кто занимается похудением? Да, можно. Конечно, можно. Но в умеренных количествах. Да? Пошли кормить сотрудников. Как они, по звонку собраться должны? А мы уже их пригласили, они сейчас подойдут. Так, это счастливый обладатель сладенького. Так, этот человек всем запрещает есть сладкое. Он всем запрещает есть сладкое. Сейчас на его глаза сбудет поедание большого сладкого торта. Это можно, когда ты забываешь твою цель? Что такое вот этот барабан? Да. Ты через... Расскажи. Это лотерея для участников наших сегодняшних мастер-классов. Каждый желающий может участвовать в нем. Ага, и что можно выиграть? Можно выиграть клубную карту. Будет. Как участвовать? Просто пишите свое фамилию и имущество, номер телефона и... А пока жители совхоза радовались организованному празднику, народное предприятие под руководством Павла Грудина продолжает собирать урожай 2022 года, о чем нам поведал сам Павел Николаевич. Как настроение? Спортивное? Картошку убирай. Мы желаем всем самого наилучшего
и непременно добиться намеченной цели вместе с инструкторами Люби Фитнес. Привет! Это Акмал Кадри, лучший фитнес-тренер Москва по версии журнала GQ 2014 год. Желаю вам в новом сезоне, чтобы всегда здоровы и всегда счастливы и правильно образ жизни. Любите себя, любите свое здоровье, Люби Фитнес. С вами, как всегда, был Дмитрий Матошенко, ТВ Совхоз. До новых встреч!